если написаны подряд числа, что такое количество перемен знака? Вот, например, написаны числа 3, 4, 0, минус 1, 8, 9. Что мы будем называть количеством перемен знака в этой последовательности? А вот что. Давайте договоримся, нули вообще игнорируйте. То есть, чтобы узнать, сколько здесь перемен знака, будем узнавать, сколько перемен знака вот в такой последовательности. А здесь все просто. Когда рядом стоят числа разного знака, мы называем это переменой. В данном случае вот это вот перемена знака и вот это перемена знака. То есть всего две перемены знака. От числа 4 к числу минус 1 и от числа минус 1 к числу 8. Все понятно? Все. Уже пора работать. Для начала многочлен первой степени, потому что с ним совсем все понятно. И попытаться выяснить, сколько же корней у этого самого многочлена на некотором отрезке. Берем линейную функцию. Согласитесь, это просто. F от x равно... Ну, я не знаю, сколько, скажем, 2х минус 5. Нормально? Нормально. И берем какой-нибудь отрезок. Ну, отрезок, давайте я уже возьму абстрактный. Отрезок AB. Если нас интересует, сколько корней у этой функции на отрезке, как бы вы это сказали? Вот если вам не говорят, какие числа A и B, но готовы сказать значение функции. Ну, понятно как? Вы попросите, чтобы вам сказали, чему равно 2а минус 5 и чему равно 2b минус 5. Согласны? Да. Вот. Отлично, отлично. И дальше что вы будете говорить? Если оба числа положительные, то тогда сколько корней? Ноль. Сколько тогда корней? Ноль. Если... Одно число отрицательное, другое положительное? Один. Один корень. А если оба отрицательные? Ноль. Сколько? Ноль. Тоже ноль. Ребята, обратите, пожалуйста, внимание. А это же очень похоже на количество перемен знаков. Здесь перемен знаков нет. Здесь перемена знаков что? Одна. А здесь перемен знаков? Вот давайте разбираться. Дело в том, что количество перемен знака здесь – это не вполне то, что мне хочется. То есть ситуация такая. Вот этот плюс превратился в плюс. Этот минус превратился в плюс. Этот минус превратился в минус. Да? И вот если минус превратился в плюс, то это вот один корень. Господа, дело в том, что... Вообще-то, если я возьму параболу, то знание, когда у нас есть парабола, представьте себе, вот такая парабола, у нее два корня. А вот такая парабола, у нее сколько корней? Ноль. Значит, недостаточно знать, чему равна наша функция, если вас интересует количество корней. Для линейной функции абсолютно достаточно, как вы это увидели. А вот для параболы совершенно недостаточно. Хорошо? Хорошо. А я давайте тогда сделаю. Возьму, собственно говоря, какую-нибудь функцию, параболу, например, такую. И задам себе вопрос. Вот есть... У меня значение этой функции в точке А. Это А квадрат минус А минус 1. Есть значение функции в точке Б. Как узнать, парабола вот такая или парабола такая? Оказывается, и вот в этом, на самом деле, совершенно гениальная идея.
Оказывается, надо, кроме значения, выписать, чему равна производная. Производная – это будет 2а минус 1, а здесь производная равна числу 2b минус 1. Ребята, но даже этого недостаточно. А вот следующий шаг, его, что называется, надо быть вот таким, как штурм, чтобы до него догадаться. Оказывается, надо разделить с остатком вот это на вот это и написать этот самый остаток вот сюда. Здесь надо взять минус 1 четверть, минус а пополам плюс 1 четверть, получается минус 5 четвертых. Замечательно. И вот сюда я пишу. И вот сейчас я уже от абстрактной картинки с какой-то параметрой. Давайте перейду к картинке именно с моей конкретной параметрой. Как выглядит x квадрат минус x минус 1? Ну, смотрите, в нуле это минус единица. Вершина параболы, насколько я понимаю, это будет точка 1, 2, да? Это будет точка 1, 2. И в вершине она будет принимать значение, минус 5 четвертых. В единице она будет опять равна минус единице, да? Вот это вот 1, 2 единица. В двойке равна единице. В минус единице она будет, насколько я понимаю, тоже равна единице. В общем, господа, парабола выглядит примерно вот таким образом. Согласны? Согласны. Вот это вот x квадрат минус x минус 1. И давайте, пусть нас интересует отрезок от нуля до... Давайте выпишем эти числа для нуля и вот эти числа для двух. Поехали. А квадрат минус а минус 1, это будет минус 1. Вот это будет минус 1. Это будет минус 5 четвертых. Да? Здесь у меня что будет? В точке 2 значение будет равно единице, здесь значение будет равно 3, а здесь значение будет по-прежнему равно минус 5 четвертых. Ну что, господа, здесь перемен знака не было, а здесь перемена знака что? Одна. Ну, как вам сказать? С одной стороны, вроде бы и хорошо, потому что корень у этого многочлена действительно один. А вот с другой стороны, если вы посмотрите какие-то другие ситуации, то вы обнаружите, что хорошо. Потому что, если, например, вы возьмете значение в точке минус 1, вот здесь вот мы посчитали вот эти три числа в нуле, да? Давайте посчитаем их же в точке минус 1. В точке минус 1 значение будет равно единице. Вот эта величина будет равна минус 3, а это равна минус 5 четвертых. То вы обнаружите такую штуку. Здесь одна перемена знака, а здесь нет перемен знака. Поэтому при движении от точки минус 1 к нулю перемена знака исчезла. А здесь, как мы помним, перемена знака возникала. В общем, черти что. Никакой науки не получается. Так вот, это должно в этот момент совершенно обескуражить и привести к тому, что просто-напросто вся идея смотреть на производную, на остатки, что называется, ничего не дает. Ребята, что он догадался, что остаток надо брать со знаком минус. Оказывается, в том варианте, в котором я сейчас писал, это абсолютно непонятно.
И причем на каждом шаге надо будет пройти со знаком минус, и я потом все это объясню. Оказывается, для многочлена второй степени надо вот здесь было везде написать плюс 5 четвертых. Сколько было перемен знаков? 1 минус 3 плюс 5 четвертых. Две перемены знаков. Вот здесь было 2 в точке минус 1. Замечательно. В нуле сколько перемен знаков? Минус 1, минус 1, 5 четвертых. Одна. Одна. Замечательно. А здесь перемен знаков сколько? Ноль. Вот она идея штука. Я сейчас выпишу последовательность, которая будет обладать совершенно замечательным свойством. Надо будет для любого отрезка посчитать, сколько перемен знака на одном конце, посчитать, сколько перемен знака на другом, и под передвижение от одного конца к другому, сколько потерялось перемен знака, ровно столько и было корней.